Вчера на Майдане тоже было жарко. Сторонники блокады торговли с оккупированной частью Донбасса пикетировали администрацию президента, где пытались установить палатку. Полиция не похвалила это сделать, из-за чего произошли столкновения. Сейчас на Майдане снова созывают вечи. Сколько людей пришли, на чем настаивают? Спросим у Ирины Баглай, она на прямой связи со студией. Ира, здравствуй, расскажи, спокойно ли на Майдане в эти минуты? Кать, как вы можете видеть, у меня за спиной сейчас проходит вечи сторонников блокады торговли с оккупантами, так они называют себя. На площади возле стелы собралось несколько сотен человек. Это в большинстве своем те, кто пришли почтить память погибших на Майдане в 2014 году, героев Небесной Сотни, а также сами принимали участие в событиях на Майдане 3 года назад. И в революции достоинства. И сегодня они же поддерживают блокаду. Само вечи проходит достаточно спокойно, без стычек, конфликтов. Как объяснили его организаторы, сегодня в День памяти планируют только поговорить с людьми, со сторонниками блокады, обсудить дальнейший план действий. В первую очередь требуют от парламента принятия закона о признании части Донбасса оккупированной территорией. Кроме того, хотят решить организационные вопросы, как наладить волонтерскую помощь тем, кто блокирует транспортные пути на Донбассе, каким образом добираться тем, кто планирует присоединиться, если такие будут к блокаде. Хочу сказать, что по всей территории Майдана независимости находятся правоохранители, полиция, на самой площади их нет, поэтому пока что ситуация спокойная. Катя. Спасибо, Ира. Это была Ирина Баглай. Она сейчас на Майдане независимости.